что ж, давайте продолжим наше прохождение в этой серии. Попытаемся опять уничтожить второй спавнер. Может быть, у нас получится, а может быть, нет. Опять будем всю серию уничтожать спавнеры. Так, ну что ж. Сюда свои семена, цветочки всякие, фигню, короче, всякую положу, которую собрал, положу точнее. И возвращаемся обратно. К нашему месту. Кстати, тут есть вот отличное место. Видать, они все так и сгорели тут. Туда запрыгивали, вообще непонятно. Точно в воду прям. Так, весь арсенал мы растеряли. Зато теперь я знаю, что мне кирпич, 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 кирпич. Сейчас дерево вырублю, создам хоть какое-то оружие. Thank you.
Отлично. Спавнер мы уничтожили. Теперь осталось позаботиться о малом. Вернуть нам... Так, наше вооружение. Блин. Для начала я, наверное, пойду добуду угля, чтобы сделать себе... нормальное количество свеч. Ага, я думаю, достаточно, или сейчас добудем пару. Так, дерево. Свечи. Так, вот, все отлично, мы сделали свечи. Теперь я могу хотя бы осветить это помещение. Опять же, как и раньше. Так, осветить его. Так. Ага. Даже еще один сундук есть. Ага, что в этом сундуке? Тоже что-то полезное. Так, отлично. Так, я предлагаю, прежде чем мы отсюда сейчас уйдем, я предлагаю тут... А, сейчас вот это золото соберем по-быстрому. Так, я надеюсь, я там все собрал. Так, все. Отлично. Возвращаемся в нашу шахту. Ну, в начало, где я говорю, в начале. И в начале как раз-таки мы сейчас и продолжим там. Оставим весь наш арсенал. Я думаю, даже подняться наверх. Прям совсем наверх подняться, потому что у нас... Опа. А чё тут дыры? Я же вроде тут дыры не оставлял. В смысле? Это какая-то линия обороны? Или я не в ту сторону пошел? Скорее всего, не в ту сторону пошел, а? Ё-моё. А, я здесь был. Да, я здесь был, вот она где я. Я что-то прям просто далеко зашел. Так, в первую очередь давайте поставим... железо на переплавку. И все, что мы нашли, сложим в сундук. Кстати, сундуков у нас осталось очень мало. Мы нашли пластинку, хлеб. Что мы еще нашли? Золотое яблочко мы нашли. Доспехи конские. Так, это, пожалуй, сейчас вот это сюда, это ценное. Это ценное. Так, семена, слитки железа, порох.
порох тоже сюда сложить весь. Так, ну, даже скажу, что у нас уже даже места не осталось. Придется ставить ящик. Вот сюда два ящика поставить, складывать сюда. Потому что места уже почти вообще не осталось. Я, наверное, скорее всего, между сериями буду все это дело переносить наверх, в свой дом. Где как раз таки я оставлю все это. Так, так, ну что ж, давайте теперь. Так, у нас перестало крафтиться, отлично. Можно сложить это вот сюда и пойти дальше. Так, так, ну, к счастью, здесь не появляются мобы, так что можно. Оп, стой. Кирку не надо ронять. Кирка — это хорошая вещь. Так. Так, ну что ж, уничтожили мы второй спавнер с помощью крипера. Очень я ему благодарен. Так как он мне облегчил задачу. Взорвался прям на месте. И облегчил мне задачу в уничтожении. Давайте сейчас даже вот это сейчас все сооружение я снесу по-быстрому. Беру отсюда все свое. Сейчас тут полы немножко подлатаю. О, там что-то есть. Так, сейчас факела надо поставить здесь. Факел, факел. Вот, все отлично. Отлично. Теперь где-то здесь. Где они? В смысле? В смысле, где они? Что, глубоко, что ли, сидят? Что-то я не пойму, где они. Где этот замшевый кирпич? Никак не могу понять, где они. Вроде я их здесь оставлял. Ну-ка. Да. А где эти товарищи-то, да? Ушли, что ли? Скорее всего, ушли. Либо подохли, либо ушли. Так. Еще золото. Блин, ну, тут они вряд ли что, наверное. А, это.
Зачаровальный камень. Глубоко в пещерах. Отлично. Давайте перекроем эту воду, наверное. Вот. Тут есть еще вот пещера, но, блин, она бесполезная. Так. Блин, ну тут прям столько ответвлений. Это ужас. Просто жопа. Сколько тут ответвлений. Так, у меня что, факела, что ли, закончились? Эндермен. Эндермен, эндермен. Странник рая прибыл. Так. Так. А вон мы не добыли железо. Не забрали, точнее. Не забрали железо. Эндермен, эндермен. Тихо. Прошу это. Молодец, что не пошел. Там еще и странник рая. Офигеть. Туда я не пройду, у меня не хватает снаряжения. Блин, вернуться, что ли? Ну так, блин, мне и придется возвращаться. Потому что другого варианта-то нету. Кроме как возвращаться. Ну, у меня уголь есть уже, это тоже хорошо. Так. Сейчас мы из этого угля сделаем что-нибудь. 16 свечей получилось. Сейчас мы поставим здесь на переработку. А, нет, мне все равно все это дело надо нести. Туда, в главную шахту. Она вроде бы здесь недалеко. Да, я все в правильном направлении, значит, иду. Так, нет, не в правильном. Я иду вот туда. Там дождик. Так, ну-ка, сюда золото, сюда железо. Так, давай мне чуть-чуть. Так, у нас есть вообще дерево? Дерево есть? Мне факел создать надо.
скилла просто создать. Два факела, 48, все. Щит. Так. Лазурит. Дрова. О. А, тут мясо перерабатывается, я думаю, что такое. А. Там, оказывается, мясо перерабатывалось. Вот я и не мог. Никак. Не мог никак. Стоп. Я вообще в правильном направлении иду? Нет, я не в правильном иду. Мне вот сюда вот надо. Мне надо вот сюда. Вот сюда мне надо. Потом вот сюда. Поимею даже счастье еще спавнеров найти. Крипер, привет. Здорово. Ну чё, еще? На. О, круто. Чувак, ты это возле моего дома там не крутись. А это бандосы. Все равно не крутитесь возле моего дома. Так. Надо взять на всякий с собой пожарный батон. Блин, возвращаться к тому месту, блин, не очень-то. Блин, опять не туда пошел. И вот сюда же. Блин, надо как-то, знаете, блин, как-то, блин, покороче, что ли, путь сделать? Тут что-то... Либо базу построить где-нибудь поближе. Блин, ну у меня 48 факелов, блин, ушло. Нет, это не здесь. Пещерка. Тут чё? Рубеж какой-то. Ага. Нехило так. Тут железо. Тут даже, наверное, свою базу сейчас организую. Вторую большую базу сейчас организую тут.
Так, вот так вот пусть будет. Тык, тык, тык. Тык, тык. Тык, тык. Так, все, пусть вот здесь вот стоит. Так. Так, вот это мне надо. Это мне надо по-любому. И... База и будет. Так. Хотя я не знаю, стоит вообще эту базу создавать, но временно, мне кажется, создать ее можно, временную базу. Временную, на время. Так, все. Так, надо перекрыть водичку тут. Золото, золото. Много золота. А, и получил от лучника. Пещера прям. Прям таят в себе опасность. Офигеть. Офигеть. Это просто какая-то трещина. Это какая-то трещина. Сейчас поставим факел. Закроем.
они все либо выше, либо ниже. Так что я фиг его знает. Ты залазь. Отлично. Так, тут я был. Тут а чё? Темная пещера, таящая в себе опасности. А, нифига. Еще одна пещера, которая, блин, не оправдала моих ожиданий. Там, кстати, есть что-то, что мне, наверное, скорее всего, понравится. Ух ты. Я где-то по верхам. Мэ. Ты бы аккуратней там был. Здоров, не кашляй. Будь здоров, не кашляй. Так, давайте руду уберем, наверное, вот сюда, вот. Вот так вот руду уберем. А камушки поставим все сюда. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько тут у нас? Это нам уже... Не дождетесь. Давай, да. Ай да, я тебе дам тебе как следует. Да ладно, еще один спавнер. Ничего себе. Сейчас вот так вот сделаем, короче. Мы же есть, да? Будем наблюдать за вами. Как вы рождаетесь. Слышь, нормальный ты, нет? Ага. У меня сломалась кирка. Да.
Досадно, блин. Вообще досадно, ребята. Капец, я не знаю, как вообще сюда потом вернусь. В эту пещеру. Я вообще не понимаю. Я настолько далеко ушел, что я не понимаю, как я сюда вернусь. В следующий раз. Ну что ж, давайте на этом тогда завершим. В следующей серии я попробую все же найти это место, и уже начнем мы с вами с него. С вами был Виктор, всем до встречи, всем пока.